Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в Криминалочку на сервере на ролеплей Центральный округ. Чуваки, для вас есть новость такая плохая, думаю. Я на Южном округе уже снимать не буду. Почему? Потому что буквально там 3-4 дня назад я решил зайти на Южный округ и записать серичку. И оказалось, что мой аккаунт взломали и сменили пароль. Он не был привязан у меня, пароль стоял довольно-таки легкий. Нет, не 1, 2, 3, но легкий, короче, стоял пароль. Довольно-таки. И поэтому взывали. По Южному округу серии не будет, только по Центральному. Поэтому, пацаны, как-то так, короче, не будет серии по Южному округу, только по Центральному округу, пока что. Ну да, новый аккаунт я не вижу смысла на Южном делать, поэтому буду играть только на Центральном, к сожалению. Ну, пацаны, я, ну хотя, ну я не виноват, реально, блин. Я не ожидал, что меня взломают. Здесь у меня на Центральном округе стоит очень хороший пароль. Два пароля стоит даже. И он у меня, по-моему, привязан, да. Поэтому его точно не взломают, я думаю. А вот на Южном округе там один пароль всего лишь стоял легкий, и все. Не было второго пароля, и он не был привязан. Пацаны, напишите в комментариях, вот где взять эту хрень. Смотрите, вот такая вот пристройка, что там пристройка есть, что здесь. Где ее взять? Я тоже хотел бы себе возле дома, сзади дома такую пристроечку специально для вертолета, возможно. А, здесь, кстати, пристройку убрали. Да? Да, ее здесь убрали вообще. Напишите, кто знает, где ее взять. Блин, я бы себе хотел бы какую-то пристроечку для вертолета тоже поставить, как там, возможно. Было бы, я думаю, круто. Я думаю, сегодня полетаю на вертолете. Я хочу глянуть, какие работы есть. Возможно, какая-то интересная работа есть. Я хочу... Вообще, я хотел фракцию вступить, но сейчас собесов нету. Я смотрел... Вот, собесы только аж без 10-12 и без и 20 минут 12-го, короче. Да. Поэтому собес я не попадаю на собесы, короче. Поэтому давайте полетаем немножко сегодня. Возможно, найдем интересные места. Сказал я, блядь, и нашел какой-то самолет. Ебать, я, конечно. Блин, вот серьезно, вот на родине, если полетать, можно найти такие места просто. Это пипец. Я вам серьезно говорю. Просто нашел заброшенный самолет, пацаны. Это нормально вообще, да? Законно? Вообще заебись, да? Кто мне, блядь, скажет, откуда он здесь взялся вообще? Вот кто мне, блин, скажет, серьезно. Откуда здесь самолет? Он типа упал или... А, мне показалось, типа, это земля, типа, провод, типа... Блин, вот его можно взять вообще, мне интересно? Или это просто текстура? Не, судя по всему, это только текстура. Роскстар. Ну, солист у меня, конечно, не очень, ну ладно. Но это просто жесть, блин. Откуда здесь самолет возле фермы просто Бусаева? Блин, это жестко. Серьезно, вот постоянно летаю на вертолете и что-то нахожу интересное. Это реально круто, что на родине ты... Реально можешь найти того, что не видел на других проектах, и ты этого даже не ожидаешь. Это, конечно, круто. Пацаны, не забывайте там на мой ник регаться, пожалуйста. Кто там может, кто будет начинать играть на родине. На Центральном округе, если что. Давайте я посмотрю, сколько у меня рефералов, кстати. Рефералов. Давайте просто посмотрим, сколько у меня рефералов. По-моему, было 70, когда я последний раз крутил. Ну, а их сейчас 74. Ну, нормально. Спасибо всем, кто регается, пацаны. Просто спасибо большое. Так, его закрыть надо, чтобы вот так вот. Все. 74 человека на меня зареглось. Просто всем большое спасибо, пацаны, кто регается там. Ну, блин, я просто не ожидал, реально. Я просто летел, смотрю, самолет лежит. Нормально. Че? Каждый день такое вижу просто. Чуваки, давайте активны под сериями по родине, потому что лайков их-то мало набирается. Я стараюсь для вас серички снимаю, блин. А вы особо что-то родина вам реально не заходит, вот. Что не смотрю, ну, у многих ютуберов я так заметил, что родина не очень заходит. Я не знаю почему, хотя проект очень классный, реально. Я не знаю почему так, но ладно. Все, полетели, поищем еще какие-то места, может интересные, блин. Но это реально круто. Я вот помню, летал просто, нашел заброшенный остров. Потом нашел возле маяка там было, тоже самолет упал, кстати. Блин, ну, если полетать, можно реально что-то интересное найти. Так, нужно мне зайти в банк, заплатить за дом. Я где-то... 3 дня не оплачивал, может поменьше чуть, 2 дня, ну, я лучше буду оплачивать каждый день, когда захожу, потому что мало ли, блин, как у меня тогда дом слетел тоже на Рублевке же с этой,
И было... Будет жалко, блин, если дом мне этот подписчик подарил, как бы. Поэтому... Будет очень жалко, если он светит. Так, давайте логин на транспорт. Просто на Маврик на логи. Откуда они берутся, не знаю. Хотя я на нем даже не летал. Налетал, да, не летал. Так, встаем, все, погнали. Короче, полетаем еще, посмотрим. Какую-то работу, может, посмотрим также. Не знаю. Я думаю, будет прикольно. Главное, чтобы мне сейчас вертолет не пизданули. Нет, все нормально, полетели. Блин, надо будет где-то бабок понять, потому что, видите, вот, у меня 440 тысяч. Это все мои деньги просто. Может, донат еще есть, кстати, я не помню. 4 рубля есть, да, мы можем их привезти. Ну, чуть-чуть побольше денег, конечно, но, блин, хочется что-то уже новенькое даже купить, а бабок все нету и нету, я в казике, пацаны, что-то сливаю их. Эта новая система казино как-то не очень. Я раньше в карты, блин, просто по 10 лямов поднимал, когда в карты играл, но, блин, не знаю, просто там это все долго делается и точно не на серию, потому что там нужно думать, как бы и не отвлекаться, чтобы не проебать. Да. Поэтому, не знаю, может за доню там хотя бы, чтобы лям был, и пойти в казино там в карты сыграть, не знаю, потому что бабки нужны реально, бабки реально нужны. Надо будет собесы делать, Фому, Фоменю, да, информацию, давайте я посмотрю. Так, у нас репутация семьи 4400 очков, уровень 22, членов семьи 65, окей. Ну, блин, надо будет заместителей снять, в принципе, потому что, блин, они даже тут, походу, не играют. Я так полагаю, потому что, кроме меня, собесы, я так понял, никто не делает. Так, давайте я хочу работы, короче, посмотреть. Возможно, в этой серии, хотя, наверное, в следующей серии. Просто хочу работу интересную какую-то глянуть. Потому что здесь работа довольно-таки интересная. Работа МЧС я работал. Бля, это просто охрененная работа, реально. Кто не видел серию, кстати, посмотрите по поводу этой работы. Блин, а куда мне вертолет паркануть? Кто мне скажет? Давайте, я думаю, вон туда я паркану, короче, его лучше. Потому что мне могут пилюлей вставить за то, что я паркуюсь где хочу. Так, только не на звезду эту нельзя парковаться. Да вообще сюда нельзя парковаться. Ну, блин, извиняйте, пацаны, еще там. Просто выбора у меня нету. Хотя, блядь, тут еще место вот было. Ну, блин, я рукожоп, могу разъебаться. Хотя, по-моему, вертолета же много хп. Или он вообще не взрывается, я не помню. Что-то я помню, лопастями бился, ему хоть бы хны. Ладно, давайте посмотрим, какие здесь работы. Может, какую-то новую добавили. Так, адвоката можно, кстати, поработать. Работник налоговой. Вот это интересно. А что работник налоговой мне интересно делать? Ездить, долги выбивать или что? Инкассатор я уже работал. Дальнобойщик, металлоломщик тоже работал. Мусорщик тоже работал. У маршрутки, я думаю, это будет скучно. Разводчик продуктов тоже такое себе. Вот я думаю, можно поработать либо работником налоговой, либо адвокатом. Но это уже, наверное, будет в следующей серии, пацаны. Крупье я тоже работал. Ну, да, вот самые такие прикольные работы, я думаю, еще надо глянуть. Это вот, это самые большие работы уровня здесь. Это седьмого, то есть. Работник налоговой и адвокат. Поэтому в следующей серии мы одну из этих работ, наверное, посмотрим. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. И всем пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.